Есть один парадокс в русской литературе. Чехова называют самым депрессивным писателем, самым унылым и даже иногда однообразным. Но вот что удивительно. Когда у вас тоска, когда вам не хочется вообще смотреть на людей, когда вы не можете выйти на улицу, вы откроете Чехова и успокоитесь. С чем это связано? Наверное, с тем, что Чехов самый мощный антидепрессант в русской литературе. Во всем рядом, что он нам показывает, установлен огромный источник света. И вот само наличие этого источника почему-то способно воскресить даже мертвого. О том, как Чехов становится главным антидепрессантом в русской литературе, мы как раз с вами и поговорим.